На сцене Ульяновского театра «Кукол» был представлен спектакль «Жемчужина Кахару» в постановке Антона Лабушкина Государственного театра «Кукол» Удмуртской республики. Гастроли проходят при поддержке федеральной программы «Большие гастроли». Именно эти три спектакля мы привезли специально для Ульяновска, но у нас в репертуаре 40 спектаклей, поэтому мы тут... Выбор большой. Мы привезли спектакль для совсем маленьких, для чуть постарше и для такого семейного просмотра. Мне кажется, сегодня дети получили большое удовольствие от «Жемчужины Кахару». Спектакль «Жемчужины Кахару» рассказал зрителям японскую легенду о справедливости, любви и добре. Обращаем внимание, что ваш зритель очень внимательный, тонкий и слушает. А это очень много значит. Это очень много значит. Как бывает, если я всегда говорил... Детский зритель – это самый строгий зритель. Если им не интересно то, что происходит на сцене, они будут разговаривать, кушать конфетки, сейчас в телефонах сидеть или еще что-нибудь где-нибудь как-нибудь. Если им интересно, вот они и ушки вытягивают, и глазки тоже слушают нас, смотрят. Мне это очень приятно. Между представлениями всех любителей японской культуры ждал сюрприз – показательное выступление школы айкидо «Мусин». В пятницу зрителям младшего возраста была представлена сказка «Маленькая метель», а в субботу малышам и взрослым будет показан спектакль «Кот в сапогах». Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Управда ТВ.